Вот режим записи. Напротив Володи скворечник. Это вот называем скворечник, он похож на него. Володя колет тут дрова. Вот он их как. Вчерашний тополь свалили, а сегодня его добивают уже. Ну, еще есть огромные пни. Видишь, как она широкая, удобная, как. Сохрани ее. Вот этот пень. Вот это половина пасынка. Игорю еще сгодится. Арматура торчит. А этого окна у меня железки тут прибитые. Вот. Тут у Павла, брата, была лошадь. И она в окно давить могла. И поэтому я прибил вот такие. Вот тут какие-то трубки были загнутые. Ну и сюда. Это с улицы окно. И другое также. А тут сетка рабица натянута. Тоже от лошади. О, Коля складывает. Иди туда, складывай. Вот ты как-то так сделай, чтобы туда не летели. Давай. Вот это тут, это больная кошка. Хаски ее ухватила, вон они зубы остались. Лишился кошки, она ни ноги недвижимые, едва ходит. Вот Попов Сергей Павлович. Смотри. Это Никита Колесников. Вот он тут. Третий. Все, домой охота. Ну давай. Давай, пошли. Белая такая ласка осталась. Давай. Заходи. Она вот так движется. Едва, едва. Они же у меня порешили кошку и на меня же обижаются. Давай, заходи. Заходи. Там мясо есть, рыба. Страшно как. Такая красавица была. Видно, что доходит последние дни. О! А тут что у нас? Колокол висит. 1774 год. Не знаю, видать, нет. Везде крылья. Это коршуненка крылья. Крючконосый кори. Не боялся ничего и вдруг любознательность тебя заносит на смертельный последний круг. Везде совы, сороки. А тут даже уточка Андрея попалась в сети. Щучело сделал. А? Занятия звали нас, да? Нет, я вот сюда.
людям сказал. Видишь, Володя прибежал. Его раз позвонили, значит... Два раза стукнул, занятия означает. Надо вот как проводить. Лагерные понимают. А то получается, что... Колоско какое-то. Да отрежься от себя просто. А там и на скворечнике. А дальше колодец. Вот так. Отсюда, если я выйду, сразу видно наша голубятня моя. Это мое все. Моя голубятня. Вот так. Ветла убрали там и здесь. Вот только остовы торчат. Это мои ролики. Мой канал. И там также второй. Оля складывает дрова. Видишь-ка. А там дальше буска крадется за мышами. Там дальше шарик. Еще шарик. Шарик какой шарик, а? Ну. Вот он как ползет, вот он ползет как, вот он учится как. Да молодец, шарик, а. Шарик хороший. Ой, молодец, да как ноги раскинул. Ну еще. Чашка у тебя. Ну ладно, 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 ладно. Ползешь ты, ну молодец, вот ты. Ой. Вот это у него два входа в конуру такую. Конура, это сам он взял. Здесь сорочинное гнездо. Ну а рядом чашка с водой. Я попутно показать. Это кормил чашкой. Чистое забрать надо. Дальше не пробирай, чтобы черешок не сломать. О. О, буска пришла. Пришла буска моя, буск. Давай, ешь. Ешь, давай, ешь. Ой, хорошая буска. Вот она трется об сапоги. Это у меня стоят тюрюки, я называю. По полтора мешка входит пшеница отходов. Там еще бочка стоит полная. Ну а как по-другому? К нам только заходишь, тут сразу надпись. Mm-hmm.